Ровно год назад, 6 мая 2012 года, самозванец Владимир Путин собрался в третий раз взойти на престол в России. Народ вышел на Болотную площадь и заявил: «Нет самозванцу! Путин вон!» И тогда Путин стал мстить. Он мстит и по сей день, сажая невиновных по тюрьмам. Сегодня, спустя год, 6 мая 2013 года, на Новом Арбате был вывешен баннер. Квинтэссенция путинской пошлости. Не нравятся мои выборы, обращайтесь в мой суд, где над вами поиздевается моя Фемида с широко открытыми глазами. Дело узников 6 мая – тот рубеж, за которым начинаются массовые репрессии. Население запугано и зашантажировано чиновниками, ментами и прочей начальственной сволотой, состоящей в интимных отношениях с бандитствующим Кремлем. В таком случае только и остается, что протестовать, выходить на пикеты, митинги или вывешивать баннеры, как сегодня, 6 мая 2013-го, на Новом Арбате, доме 10. Полицаи приехали через 9 минут. Кто-то из них получит по шапке, ведь по этой дороге ездит Путин. Конечно, вряд ли он увидит и вряд ли ему доложат, но протестовать все равно надо, больше и чаще, чтобы не забывал, что в стране еще остался народ, честный, незабитый и незапугнутый. Сегодня, 6 мая 2013 года, в 19:00 в Москве на Болотной площади начнется митинг за свободу. Если вы не хотите, чтобы вас просто так, по политическим мотивам, уволили с работы, если вы не хотите завтра внезапно оказаться в тюрьме только потому, что вы неугодны чиновникам и власти, приходите, потому что это ваше дело и это ваша страна. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.